Всем привет! Продолжаем рисовать знаки дорожного движения. Сегодня мы нарисуем знак, который обозначает, что поворот налево запрещен. Это такой же знак, который обозначает поворот направо запрещен, только у нас стрелка будет повернута налево. Давайте приступим. Возьмем красный маркер и нарисуем сначала круг. Вот такой пускай у нас будет круг. Немного поменьше, чем в прошлый раз. И рисуем сразу столбик, на котором у нас будет стоять этот значок. Пускай будет вот такой, немного неровный. И сразу можно нарисовать, наверное, стрелку. Поворот налево запрещен. И можно ее сразу вот так перечеркнуть. Вот так пускай будет. И мы сделаем ее вот сюда. Такую вот. Потолще. Вот такая у нас перечеркнутая стрелка. Так, давайте сейчас снова сделаем этот круг потолще. Возьмем наш мелок и вот так проведем. Вдоль. Также у этого знака есть и временный знак, который снутри тоже закрашен в желтый цвет. Да, у нас столько знаков на дорогах, что нужно все их хотя бы знать, что они обозначают. Вот такой круг у нас. И давайте сейчас стрелочку сделаем потолще. Здесь вот так и вот так. Поворачивать налево нельзя, значит, ищем другую дорогу. Здесь еще добавим. Вот такая у нас стрелка. Всем спасибо. Ждите новых значков. Пока-пока.